Всем доброго времени суток. Сегодня я заряжал старый аккумулятор. Попался мне вот такой вот аккумулятор, короче, и решил я его проверить. Думаю, вдруг рабочий. Аккумулятор был старый, разряженный. Но все-таки он зарядку взял. Я попробовал на клеммы. Искра была. Думаю, дай проверю стартер, крутит он, не крутит. Был у меня стартер снятый. Старый Жигуля валялся в гараже. Этот стартер. Короче, что получилось. Когда я положил наверх стартера и закоротил, чтобы глянуть, крутить, не крутить, этот аккумулятор у нас разорвало. Разорвало почему? Что не были откручены пробки и накопился водород после зарядки. Это дело я решил проверить сразу после зарядки. Вот аккумулятор, наверное, и рабочий бы еще был. Троху работал бы, но от него остались ножки, дорожки. Вот ручка. Это вот еще частина. Да, уже сходил в дом, умылся. Вот еще часть валяется. Сходил в дом, я умылся, потому что все лицо в кислоте было с аккумулятора серной. Так что пришлось все тут дело забросить, по-быстрому сбегать, мыться. Да забросил одежду в ванну, чтобы она не рассыпалась потом. Тоже кислотой опырскала. Вот. Что от нашего аккумулятора. Ну, как оказывается, он все-таки еще работает. Я вот пробовал недавно проволоку. Медную сейчас покажу вам. Вот такой вот провод медный. Наверное, миллиметра 3. В одну ставку он перегорает. Я сложил две ставки и сейчас посмотрим, что взорванный аккумулятор и что может у нас. Сейчас гляну, видно, не видно. Так, хорошо. Вот у нас что получается. Он закипает. Взорваться уже не взорвется, наверное. Сейчас еще одна банка закрытая. Все остальное у нас раскрыто. Когда его закорачиваешь, он начинает кипеть. Пойдет этот аккумулятор, утиль уже. О. Так что можно поиздеваться над ним. Довольно так неплохо разогревая. Он бы то еще поработал, но уже с его толку не будет. О, перегорело. Сейчас спаяем вместе. Так что, фу, бляха, пары кислоты пошли. Так. О, длины еще хватило длины, сейчас посмотрим. Так. Слышно закипает.
Лавится свинец на клеммах. Вот пошло дело. Перегорели, так. Там уже довольно приличное количество раз его хорошо. Он все равно работает у нас. Перепаливая такую вот проволоку. Две ставочки. Фу, отойду. Немного там пары кислоты пошли. Сейчас еще попробуем что-нибудь наверх накинуть. Что у нас тут есть в гараже. Ничего такого и найти нельзя, чтобы закоротить. О, кислоте руками взялся. Ладно, вот есть провод у нас такой в изоляции. Сейчас попробуем его запалить. Хотя, наверное, не буду. Он кислотой опырскала. Неохота руками брать на кислоту. Сейчас тонкий провод. Пошла изоляция гореть. Перегорела клемма. Надо было в гараже ворота открыть, чтобы тяга была. Выдувала все это дело. Ладно. Все перегорело. Фу. Дымище такое у нас. Ядовитый. Открой ворота. Так. Вытяни этот дым.